«Два призрака». Сейчас прозвучит композиция к еще одной очень популярной песне Левона Арифшатяна, написанной на стихи классика армянской литературы Ваана Тырьяна. А настроение музыки может выразить отрывок из этого стихотворения, написанного в 1908 году. «Я ли? Ты ли? Ты? Да я. В ласках милой темноты. Я ведь только тень твоя. Мы одни, со мною ты. Нам часов невнятен бой. Мы не время, вечность пьем. Мы, как призраки с тобой, одинокие вдвоем. Два призрака».